Где головы? А дальше куда? Вот сюда вот? Вот здесь или что? Ой, а здравствуйте, куда идти, скажите, пожалуйста. Привет, за мной. Я надеюсь, это мне Сонечка привезла покушать. Столица. А, так я думал, по... Нихуя. Они самые максимальные, самые дальние, 4 на 4. Нихуя себе. Сколько это поэтому... блоков? Радиус 14,5 тысяч. Пиздец. Сейчас посчитаю. Раз, два. Один пиксель равен одному чанку. А где здесь отсосите? Сейчас, подождите. Слева где-то? Или где? Снизу. Вот. А, да, снизу, блядь. Одна карта 260 блоков плюс-минус. Подожди. Или чанков. Не понимаю. Нет, погодите. Чанков. Неизвестно. Я не вижу отсосите, блядь. Красный флаг. Вот чел. Вот. А ну. А, а, вижу, да, да, да. О. Капец, у нас гора маленькая. Да, кстати. О, а вон лавовое озеро, кстати. Охуеть. Смотри, какие. А скажите, а как вы планируете обновлять? Ну, вот кто-то что-то построит, или вам похуй уже? Ну, достаточно пролететь с картой в руках, и она уже обновится на всех экземплярах. Сколько делали? Нету? Сколько делали? А самому можно взять карту и прогрузить самостоятельно? Чё-чё, блядь? Сколько делали? 11 месяцев. Создатель Sleepy Snooki вот в чате. А зачем вот здесь вот закрыли? Там туда невозможно посмотреть. А это для красоты. Ну вот, видно отсюда. А, не, не видно. Ну, не важно. Там ноунеймы на краю карты живут постоянно. Погодите. А это можно редактировать самостоятельно? А, вот, вот эти вот клеточки, это Иннополис, а ни разу не конец города. О, нашел прикол. Надо бля, построить охуеть. Гигантский пенис по центру. Это ни разу, это не конец карты. Охуеть. Это 14,5. Это не Иси, это Иннополис. Это... Емать он... Емать ты в русском. Не, кстати, а интересный факт, реально, заметь, как мало пустынь. Значит, кайфовый сит нароляли, потому что иногда бывает такое, что вот вместо всего зеленого только пустыни бы были. Кстати, тогда с песочком проблемы могут быть. Охуеть, мега мало пустынь. Бля, нихуя. Не, ну это мега хайп. Слушайте, я бы это, если честно, ну, где-нибудь бы поближе бы сделал. Не, они прикольно сделали, возможно, для того, чтобы, ну, типа, не гриферили эту хуйню. Вот, чтобы случайно там кристалликом не задели. Но, ну, настолько большую работу я бы поместил бы, блядь, может быть бы прям сюда вообще, в пол где-нибудь, вот так. Бля, я теперь на вот эту карту смотрю, думаю,